Сегодня мы рады приветствовать вас на родине великого русского поэта, поэта Сергея Есенина. Надеюсь, что наш концерт будет, ну что ли, соответствовать атмосфере этих живописных мест. Это будет концерт русского старинного романса. Я убежден, что в те годы, когда жил Есенин, он слышал эти романсы, наслаждался ими, и где-то, может быть, они даже его подтолкнули в его творчестве. Я хочу пригласить на сцену свою коллегу. На гитаре играет лауреат международного конкурса Екатерина Астафьева. На балалайке буду играть я, заслуженный артист России Виктор Колупаев. Я с удовольствием приглашаю на сцену заслуженную артистку России Ларису Голикову. Мы начнем наш концерт со старинного русского романса, который исполняли многие и многие известные исполнители. Садовников, спускалась ночная прохлада. Александр Шиловский, «Ночные цветы». Белые, бледные
цветы. Thank you.
Романс. Эй, ямщик, гони-ка к яру. Пусть гитара звенит неустанная, пусть города
костры ночные, и в города кругу своих друзей. Мы в
Thank you.
это стихи Сергея Есенина. Отговорила роща. Thank you.
ты меня не любишь, не жалеешь.
цыганской венгерки. Кони враны. Не догнать.
заслуженная артистка России Лариса Голикова, лауреат международного конкурса Екатерина Астафьева, заслуженный артист России Виктор Колупаев. Ну что ж, дорогие друзья, благодарим вас за то, что вы уделили нам время, послушали наши романсы, наши песни. Всего вам доброго, до новых встреч!